новогодние рождественские праздники на территории города Сочи прошли без серьезных происшествий. Полиция города работала в усиленном режиме. Осуществлялась охрана общественного порядка более чем 200 массовых мероприятий под особым контролем соблюдения правил дорожного движения. Так, сотрудниками полиции было выявлено 5 водителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. 37 участников дорожного движения отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Кроме этого, один водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным водительского удостоверения за аналогичное нарушение. Сейчас по фактам проводится проверка. Кроме этого, подчеркну, что в канун Старого Нового года и Крещения полиция Сочи также будет работать в усиленном режиме. Поэтому мы желаем всем безопасных праздников.